Приветствую всех. Кондиционер настроен на идеальную температуру. Открыта бутылка вина. А рядом стоит мисочка с маслинами. Марко лежит в ногах. Я лежу под одеялком. Все готово, чтобы убивать Ибраэтос. Все, бежим убивать Ибраэтос. А где только она? Нет. Ага. По-моему, вот здесь. Да, все верно. Это крайне анусовзрывательный босс. Я думаю, вы сейчас сами скоро все увидите. Как мне и понишу, будут рвать наши жопы. Ой, я сейчас с этим мечом. Ой-ой-ой, ну ладно, попробуем. Я не мог пользоваться этим мечом до буквально вчерашнего дня, пока я чуть не побегал, не прокачал себе еще один уровень, чтобы можно было пользоваться мечом лунного света. Смотрите, какой красивый. Пока жду паниша, выпью вина. Блин, может пойти пока убить кого-нибудь? Нормально так. Блять. Да.
из труб идет дым, словно печь Свенсона. Где там понять, что уже? Пока нигде. Пойти еще может кого-нибудь убить. Где эти евреи? Вы евреи? Это все шпигально? Звание безумца? Ну вот. Цыпа, цыпа, цыпа! Ух ты ж, сколько вас тут. Ну иди. Так без понижа скоро всех убью. Где же он? Где же пони? О, пони. Сладенький пони. Так, да, это понятно, открывается с другой стороны, как обычно. Церковь исцеления. Крематорий. Ждем пони, пока можно выпить вина. Добежал, звонит. Окей. Ждем. Я просто покурю свою электронную сигарету, которой Джул периодически скребет горло, и начинается кашель. Сделаю пока пару скриншотиков. Эх, херня, скорее всего, получилось. Ну где там, понятно, что уже, господи. У меня уже ломка от того, что никого не убиваем. Единственный минут игры мы до сих пор мало кого убили. Это даже костюм не в крови.
должен быть полностью испачкан в крови. Или в крови, правильно, в крови. Или крови. Блин. Я запутался. Да, твали в пипку. Эй, хватит клеваться. Жопу себе поклей, ага. Да, камешки, понятно, зал. Пароль... Подожди. А, я пароль же снял, точно, я же играл. Блин, это я идиот. Сейчас. Ух, это архитектура, конечно, просто обкончаться можно. Словно в Вене, но в 1000 раз улучшенный. Все эти башенки готические. Готические. А скульптурки, смотрите, какие. Красота. Какой мост. В Италии, в этом, в Венеции, по-моему, точно такой же есть. Прям вот выглядит точно. Не в Венеции, а в Флоренции. Как он там называется, я забыл. Не суть важно. Привет. Хотели бы жить в таком городе? По-моему, красиво. И красная луна. Гробики, в смысле... Ну да, гробики. Вдоль стен, вдоль заборчика. Идешь по набережной. С подругой, сердце. Такой гробики. Скульптурки такие. И на все это на фоне красной луны. Встали здесь, поцеловались и убили. Привет! Пойдем. Я тут уже всех убил. Пока ждал. Что поделать? Что поделать? Сейчас здесь будет какой-то мощный монтап педик, да. Эй, педик, иди сюда. Ты очень мощный или не очень? Я не помню. Не, вроде не очень. Не очень. Не очень мощный педик. Ой. Ой, мозгососы. Нет, только не они. Мозгососы — это вообще худший из представителей в этой игре. Потому что они высасывают озарение, которое
Ой, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Здесь же собаки, нет? Лютые волколаки. Или я путаю? Или не путаю? Это здесь... Блин, это здесь. Это жопа. Мы в жопе. Нет, мы оказались не в жопе. Но это один волколак. А их три. Или четыре даже. Да ты туда не пройдешь, пони. Хоть долбиться в закрытые двери. Пойдем убивать волколаков. Ой, там три или четыре волколака, и мы... Это реально плохо. Очень плохо. Здесь нужна осторожность. Нужно выманивать по одной. По одному или по одной. По одному. Вот, да. Вон их три. Иди сюда. Иди сюда. Ты что, дурак? Ты решил так с ними бороться? Ну ладно. А, это легко было. Ну ладно, один. Один. Давай, еще два. Эй, волколаки. Ути. Иди сюда. Иди сюда. Ой. Пони, помогай. Молодец. Ну мы вообще по красоте их убили. Практически без... Без потери хелзов или что-нибудь такого. Ты ж, я чуть не обосрался. Такс. Такс, что нам дальше? Так, во-первых, в первую очередь нам нужно открыть вот эту фигню. В смысле, дверь. Подожди, что значит заперто? Эй, алло. Как? Блин. Во-первых, здесь мозгососы есть. Еще. Вот сейчас как раз таки пони, по-моему, как раз к нему идет. Нет? Нет. Понял, я не помню. Я ничего не помню уже. На этом уровне я помню, что здесь была жопа. Откровенно, но как-то мы ее прям сейчас очень легко обошли. Ага! Вот здесь этот педик. Нет, это одна фигня. Здесь... Вот он! Мозгосос, чертов. Так, дай мне весь твой лут. Вот туда наверх. А наверх. Так, хорошо, мы наверху. Здесь что? Здесь сейчас будет еще какой-то. Еще вот этот педик. Нет, 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 не совсем мои мозги, у меня их все равно нету. Так-то. А это еще что за жопа? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. На! Ключ от чего-то. А, ключ от нижней двери, по-моему, был. Для двери. Научите меня русскому языку, пожалуйста. Как правильно говорить? Двери или двери? Двери. Двери. У меня что? Подожди, у меня есть. Ой. Ну, блин, не успел сделать скриншот, ну ладно. Проливали. А что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас здесь, по-моему, ни черта нету. Каждый раз обсираюсь. Так, окей, мы открываем эту дверь. Блин, я помню, здесь надо пройти куда-то, да там, прыгнуть с какой-то жопой куда-то, с какую-то другую жопу. Классное объяснение, объяснение от киселя просто. Прыгнуть с одной жопы, прыгнуть с другую жопу.
Так, значит, мы спустились. Вот здесь мы можем собрать всякой фигни. Голубой эликсир, все это не нужно. О, вон бы. Как его? Папа с колокольчиком. А, я помню, куда все. Все, вспомнил. Да. Да, мы бежим сюда. Выбегаем наружу. Мы на самом деле могли бы дверь открыть, но. В принципе, нам это. Так, стопай. Нам сюда. Обратно. Да, нам обратно. Вроде обратно. Давайте попробуем. Нет, я туплю. Нам снизу. Ой, в смысле? Блин, потеряли спинишом. Но. Да блин, где там спуск вниз? Видишь, мать? А. Все, да, все. Ладно, и понятно, что же встретился. Такс. Вот. Теперь бежим, открываем дверь основную. Должна быть открыта. Теперь уже. Да. Ох, здорово. Такс. Открываем шорткат. Потому что мы сейчас будем много-много раз умирать. И шорткат нам просто будет необходим. Понял? Нам туда. Нет, нам туда. Эй, алло. Поняша? Пони. Молодец. Такс. Па-па-па-па-па-па-пам. Сюда. Сейчас здесь будут эти. Пустоголовые. Вот эти, да, сумасшедшие инопланетяне. И сейчас их будет много, по-моему. Ну. А, сейчас будет, да ладно, сейчас будет этот босс сначала. Ух, да, сейчас будет идиотский босс. Ну, в том плане, что он смешной очень. Эй, он сюда не может пройти. Да, вот он, посланник небес. Господи. Нет, идите в жопу. Не-не-не, подождите. Подождите, чувачки. Так, мне нужен... Где тут главный? Мне нужен главный. Треть ХП мы уже снесли. Вообще отлично. Ух ты ж, нифига вы. Нет, отвали. Все. Самый изи босс на свете, господи. Это было настолько изи, что даже... Ну, пока, друг. Где лампа? Вот лампа. Блин, на самом деле я могу успеть вернуться, починиться в любом случае. И надо заправиться хлзами и пулями, и, возможно, поднять уровень. Одень горный перьев. Это как раз таки одеяние, которое на мне надето. В игре, а не сейчас. Сейчас я голый лежу. Так, починить. Что мне еще надо? Поднять уровень. At the foot of the great tree. Go on, good hunter.
Very well. Let me stand close. Отлично. Так, а куда нам надо теперь тогда бежать, получается? Нет, не сюда. Вот, да, сады сидящих цветов. Так, теперь мы, похоже, пойдем по Ниша, по тому же самому пути. Так, тогда я возвращаюсь обратно. Ага. Сейчас мы сделаем то же самое, только для Паниша. Но если до этого он ко мне призывался, теперь буду призываться я к нему. И помогать. По идее, у меня НГ выше, чем у него. Поэтому это должно быть прямо очень легко. Но что у меня вроде как должно быть мощнее. Ну, посмотрим. Простите. Поняша. Так, господи. Пойдемте пока вновь посмотрим на красную луну. Ах, как красиво в Чечне. Ну, дайте понаслаждаться. Алло. Не дают наслаждаться Чечней, не предложив тюрчелы. Так, все, призываемся. Так, теперь вы в мире призывательных дворцов. А, вот. Уии, привет. Дома чить. Так, похоже, он уже без меня тоже поубивал половину.
Так, где там этот волколак? Волколак! Волколачья жопа! Алло! Го сюда! Вот. Пиз-пиз. Три волколака. Ой. Вниз. На самом деле нам надо сюда налево сразу, чувак. А, надо собрать на всякую фигню, да. Точно, я забыл. Опа! Оп. Ну, видишь, Петик волосатый. Так, внимание, не забываешь, там был этот мозгосос. Я думаю, сейчас ты уже понять, помнишь? Да, помнит. Да, сюда, сюда. Сейчас будет еще два мозгососа. Ай, вот пидор! Только мои мозги высасывает. Мне их нету. Вот видите, что он делал? Он выставил три этих. Три озарения. Педик. Ладно. Открываем врата. Открыл дверь? Да, открыл. Да, ключ ты взял. Так, это что за звуки? Не поняла я. Ай! Блять! Все мозги мои высосал, а? Пидор. Ну поняш. Жопа с ручкой. Так, давай-ка эту женщину с фонариком убьем. В смысле, с колокольчиком. Где понять, что? Шорткат.
Так, пока он не начнет фазу с боссом, я не могу зайти. Есть, можно. Ёб твою мать. А, вообще никакой... Изи! Самый быстрый босс на свете. Уии! Пока, друг, скоро увидимся. Сколько это заняло? Секунд 10? 15? Но следующий за ним босс, вот это будет жопа. Так, если я опять стою в этих, а где я могу призвать, интересно? По идее, призыв должен быть... Сейчас. Иди сюда, дружок. По идее, если я перепрыгну через... Как его там? Через зеркало, когда уже попаду в новую локацию. А попасть в новую локацию можно очень простым путем. Достаточно прыгнуть в витрину вот этого. Не витрину, витраж. Витрину, витраж, правильно? Как правильно? Блин. Надо подтянуть свои русские бойцы. Давайте попробуем призвать. Могу призвать? Так, где? А, вон, вижу. Все, побежали. Вон. Нет, это мертво. Что мертво, то не выйдешь. Или наоборот. Если оно мертво, то выебать можно. Эй, алло! Ну ты инопланетянское существо, а? Поняша, а ты чего там? Подожди. Блин, это окно или витраж? В моем стриме сейчас. Вот я тоже самое спросил на своем же стриме. Вот это окно или витраж? Как правильно это называется? Да, это важно, отвечайте. Отвечайте на поставленный вопрос. Ответ. Это не дверь. Ну, смотрите, как, что это за дверь? Пол двери разбили.
Как это правильно называется? Столько гифок. Блять, пиздец. Блять, не успел бежать.
Вау. В смысле не могу? А, ну правильно. Стопы. Раз уж я здесь. Гарнизон, точнее оружие. И переметнуть сразу в нужную локацию. А у меня есть чем? Да, есть. Отлично. Так, прекрасно. Бежим. Па-па-па-па-па. Да, сюда. Так, спасти до сих пор не могу. Здесь могу. Я полагаю, что мы встречаемся прям сразу же у Ибрайтес. Поэтому бегу сразу к арене. Да, не забывай, что здесь находится эта жопа. Так-то. Спасибо, до свидания. Ждем. Текст на львенца. А я позвонил в колокол? Да, позвонил.
Блять, где понешь? А, вот, наконец-то. Завтра жопу Новый год. Приветики. Го мочить. Всякую мразень. Блин, я вообще не помню ее мув. Ой, ёб твою мать. Это самое сложное. С Ибрайтес, что ее движение просто непонятное. Ой-ой-ой-ой, вот сейчас мне будет жопа. Нет, не будет. Нет, нет, хильте, хильте и отбегай. Хильте, отбегай. Спасибо. Дочь космоса, а? Какая дочка? Отбегаем, 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 отбегаем. Она обосралась. Ой, ёб твою мать. Нихера себе. Так, вокруг нее прыгаем. Оп. Ой, ёпта! Блин, ау, я атака. Просто разум. Ты серьезно? Ну ладно, не до конца заполнилось. Иди сюда, злой деньги. На! Эй! Ну! Каждый раз на нем проигрываю. Да, Лера, все так. Я дико надрачиваю на то, что люди не говорят о моем дикпике. О моем дике. И не требуют пиков. Как всегда, проницательно. Привет, дочка.
Да, блядь. Нет, 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 не надо, меня так жалит. Уважаем пчелок. Нет, 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 отбегаем, отбегаем и пилимся. Ух ты ж, ёб твою мать! Какая жопа-то агрессивная! Ну ёпта! Да. Здравствуй, жопа, Новый год. Иди сюда, сладенький. Так, с минус мразь. Позовем копейтика. Да, да, это не спортивно.
Брат, уже по Новый год приехали. Че, готовы? Братва. Ух ты, шопа. Ух ты ж, блядь. Я мог не забирать даже. Прыгаем. И килимся срочно. Ух, ну это было легко. Тремя было прям очень легко. Бегаем мы туда, по-моему, мы отсюда пришли, да? Да, да, отсюда мы пришли. А там у нас, по-моему, тоже что-то есть. Не то, что там есть, мы уже забрали раз 5. Скорее всего, здесь ничего нету. Ничего не делать. Прекрасно. Это какой-то трупешник. То ли ром, то ли мигдалы. Или амигдалы, как правильно. Можно, можно. Иди. Молодец.
Ложись. Ложись, дорогой. Десятка я забакаю, что ты хочешь? Жду. А, маслины? Маслины, ты не ешь, маслины, дурак. Жду вино, да и не пьешь вино. Хочешь вина? Нет, не годит. Не годит вина. Он не любит вино. Не любит все алкоголь. Марко, ты понимаешь, что мне закрываешь половину экрана из твоей морды, которая лезет ко мне в лицо? Так, что, и где ждать? Пойти еще кого-нибудь поубивать, что ли? Или все-таки ждать у... Нет, все-таки, наверное, ждать лучше у начала, в смысле, у конца. Какой смысл ложить здесь? Иди сюда, педик. Дагс. Похоже, не внизу. Или внизу. А, ну судя по тому, что здесь все убито внизу. О, привет, пацаны. Че, кого? Ничего, го? 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 Марко, не одной могу их смотреть. Я не идиот. Нет, ну немножко идиот, хорошо. Ну ты тоже не самый умный собака. Да, я один. Не такой хороший. Иди, сбей. Отдыгай. О, можно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты жопа! Дурачок космоса, а? Ну да, здесь моя ошибка была. Ой.
сейчас она просрется. Ой. Кинемся. Ей. Ух, бизи. Ну, мне кажется, мы на сегодня закончили. Что сегодня 10:30 уже. В общем-то. Что? Да, удивительный НПЦ. Его призвали, а он даже не забежал на арену. Типа, ой, не-не-не, пацаны, я немножко боюсь, я постою снаружи. Вы там не это, сами с ними справитесь, да? Хорошо? Окей, все, я тут постоял. Я типа с вами, я душевно с вами. Такс. Я не могу продвинуть себе уровень, потому что у меня еще маловато голоска в крови. Все горит. Все легко. Я не думаю, что мы будем продолжать дальше играть. Ну, сегодня, по крайней мере, я уверен, что завтра мы пойдем дальше в DLC, и вообще нам надо еще убить Германа. Поэтому на сейчас я трансляцию прекращаю. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Все, кто не смотрели, педики.